Вот. А вы зачем так? Я просил не снимать. Вы зачем так ударили меня? Я просил не снимать. Вы зачем так ударили сейчас по камере? Я просил не снимать. Ну я вас снимаю, потому что я вас пустил сейчас. По-моему, мы с тобой нормально разговаривали. Я приходил к тебе нормально. Разговаривал. Дружище, если ты сейчас смотришь прямо на меня и хочешь так же, как я, снимать ролики Антигрифер Шоу и выкладывать их на свой канал YouTube, тогда просто становись владельцем сервера на сервере Сержукрафт. Ты сможешь кикать, банить, сетать, пользоваться топориком, влезать в регионы гриферов, сажать гриферов в тюрьму, превращаться в абсолютно любого моба, менять себе абсолютно любой префикс, как это сделал, например, я. Ты даже сможешь вычислять IP гриферы и снимать их в реальной жизни. У тебя будет практически опка. Я лично создал привилегию владельца сервера для того, чтобы вы смогли снимать ролики Антигрифер Шоу. Всю предыдущую неделю привилегия стоила 6000 рублей. На нее не было скидки, и игроки меня просто чуть не убили за это. Поэтому сегодня, ребята, я сделал скидку 97%, и привилегия стоит 500 рублей. Поэтому заходи на сервер, не упускай свою возможность и снимай ролики Антигрифер Шоу. Все ссылочки будут в описании ролика. Ну, вот именно. Твои ролики дурацкие. Все мое начальство видело. Вот именно, я же вас предупреждал, то что. Ты я... предупреждал. Да, неприятности вас... тебе нужны. Мне ничего. Ты сейчас удалять это будешь. Удалять кого я буду? Канал свой будешь удалять, видео это удалять будешь со мной. По-моему, с тобой нормально разговаривали. Слушайте, решили проблему вот с тобой. Вот именно в прошлом ролике мы же с вами, я же вам показывал и канал. И все. Канал ты показывал. Мы сейчас твой канал удаляем. Вы что делаете? Вы зачем так толкаете? Вы что делаете? Ты понимаешь, что я вас сейчас на видео снимаю? Вы понимаете, что я на видео вас снимаю? У тебя не на что снимать. Вы что делаете? Вы зачем так делаете? У тебя не на что сейчас снимать будет. Вы что делаете? Убрал камеру. Выйдите, пожалуйста, из квартиры. Я сейчас позвоню просто сотруднику. Ты позвонишь сейчас. Я позвоню по сотрудникам. Сейчас мы позвоним. Вы вообще мне, вы сорвали мне ролик, я снимал с человеком. Мы сейчас позвоним, рот закрой свой. Вы понимаете, что я выложу это на YouTube опять? Я не буду. Я тебе выложу. Я сейчас тебе выложу. Да. Нет, не сними, не удаляй этого. Хорошо, я вас жду сейчас. Давай, надо с ним разобраться в конце концов уже. Хорошо. Что происходит, ребят? Смотрите, сейчас поговорю с ним. Был нормальный сотрудник полиции. Сейчас прям. Кто-то сейчас подъедет. Рот закрой свой. Я вообще в шоке, что сейчас происходит. Все нормально было. Мы же с вами разговаривали. Вы меня по камере ударили. Я не понимаю, может, еще что-то сломалось. Ты сломаешься сейчас. Вы как себе? Вас вообще уволят, наверное, скорее всего. Удали это дело. Кому мы удалить? Разойдемся, так уж и быть с тобой. Я же вас даже в ролике вас предупреждал, что я выложу это на YouTube. Я тебя сейчас предупреждаю. Нет, ну вы же адекватные были. Что с вами произошло? Со мной произошел этот ролик и разговор. Берите, с пожалуйста, оружие. Кстати, а где у вас магазин? Ты хочешь еще магазин увидеть? Просто интересно, если вы стоите. Тебе интересно, тебе должно быть сейчас другое интересно. Все, покиньте, пожалуйста, мою квартиру. Я уже достаточно на вас компромата имею. Посмотрим, что с вами будет. Уволят вас, пускай. Сейчас ребята приедут, и ты посмотришь, что там. Пускай приедут, да. Я этот ролик выложу. Куда же вы пошли-то? Я этот ролик выложу. Отправлю ваше начальство. Начальство? Сейчас начальство приедет. Жди и стой. Да, конечно, да. Охренеть. Вот оно как приедет. Охренеть, я... Я как бы, мягко говоря, в шоке. У меня сейчас, кстати, рука даже болит. Он что-то так мне ударил по руке. Но мне за руку-то не переживаю. У меня больше вот камера как бы. Ну, вроде нормально. Фокусировка не сбила, все хорошо. Рука-то пройдет. Я сейчас... Ну, я в шоке, ребят. Ну, нет слов просто. Я не знаю, что говорить вообще. Не знаю, что говорить. Я сейчас все восстановил, поставил все на место, в клавиатуру, все он толкнул, потому что монитор толкнул. Простите, водичка не могу, маленько это. Все, кстати, я тут боюсь, может, царапина есть какая. Потому что он дулом своего автомата ударил сюда. Не, все нормально, все слабо. Я очень испугался, то, что он прикладом ударит прямо по системному блоку, потому что это дорогой системный блок. Здесь дорогая видеокарта, потому что я, естественно, люблю хороший компьютер, я снимаю, я все ради вас, все ради себя тоже, все как бы. Мне очень жалко было, если бы он его сломал. Это вообще, я очень испугался за это, у меня прям сердце билось. В общем, я не знаю, что вам сказать. Он мне сорвал ролик.
Я здесь, видите, в скайпе. Я был в скайпе с Грифером. Вот, у меня тут значочек. Он, естественно, уже Грифера здесь никакого нет. Я был в тюрьме уже, сервер. Видите, вот тюрьма. Здесь был Грифер. Сейчас, может, он еще остался? Вот мне для интереса даже. Нет, естественно, никто не остался. Видите, тюрьма пустая, и здесь никого нет. Ну вот, да, трое остатки. Вот, видимо, кто-то прилетел сейчас ко мне. Сорвал ролик, я 3 дня искал какого-нибудь Грифера, чтобы снять в игре. 3 дня, он уже вышел со мной на связь, я уже был в тюрьме. И тут ко мне звонок в дверь. Я решил открыть этому сотруднику полиции. Он уже был у меня в ролике. Он был нормальный, я не знаю, что произошло. Вот, если вы хотите посмотреть, какой он был, ссылка в описании под видео. Вот здесь вот. Либо вот здесь где-нибудь вот будет. Вот. Ну, в общем, ссылки будет видео, где он уже был, приходил, мы с ним решали вопрос. Я не понимаю, что с ним произошло и что это вообще за ерунда. Я правда не знаю. Там, в том ролике решался вопрос вот из-за этой привилегии. Школьник купил владелец сервера, я его забанил, и все вот так вот произошло. Вы можете все это посмотреть. Я не знаю, что с ним произошло, с этим сотрудника. Я его предупреждал, что я выложу ролик. Бред. Поэтому вот чем больше вот роликов таких, я считаю, тем больше таких плохих людей, плохих сотрудников можно выявить. Поэтому вот вычисляйте IP Грифер. Если вы хотите снимать ролики в реальной жизни, вычислять их, ловить их, отлавливать, становитесь владельцем сервера и вычисляйте IP Грифер. Я именно сегодня сделал скидку. Я сейчас снимал с роликом, с Грифером ролик. Я снимал. И в этот день я делал скидку, потому что я снимал, хотел выложить ролик, и я всегда практически делаю, когда в день выкладываю ролик, и снятие скидку. И сегодня, вот вы смотрите сейчас ролик, скидка. Вычисляйте IP Грифферов, снимайте ролики, становитесь владельцами сервера. Потому что таких надо вычислять, таких ловить, и я в шоке. Я не знаю, если кто-то придет, то я не знаю, я уже, наверное, тогда не буду снимать, посмотрим. В общем, ребята, нужна ваша поддержка, ставьте лайки. У меня мандраж немного, я не знаю, у меня мандраж, в общем. Если никто не придет, я буду дальше снимать сейчас, искать Гриферов тогда опять. Я 3 дня искал, я не знаю, у меня нет настроения. Заходите на сервер, поддержите меня, ищите Гриферов, укладывайте фотки Гриферов в группу, все как бы. В общем, всем пока, друзья, спасибо за поддержку, всем пока. Ну, я в шоке, я в шоке. Я в шоке, я не знаю.